Женщина услышала писк и подошла к мусорному ящику. Заглянув внутрь, женщина ужаснулась, там лежала собака, которая грела своим телом маленького щенка. Оба животных были голодными и испуганными. Женщина не знала, как повести себя в такой ситуации, поэтому решила обратиться за помощью. Ей повезло, потому что неподалеку находился центр спасения животных, куда она и отправилась. Услышав историю о собаке и щенке, волонтер попросила коллег присоединиться. Через некоторое время две славные собачки были спасены. Их решили назвать в честь принца Гарри и принцессы Дианы. Волонтеры рассудили, что после тяжелых испытаний найденыши заслуживают королевской жизни. К счастью, щенок и мама чувствовали себя неплохо, и поначалу их хотели отдать в приют. Правда, вечером он уже был закрыт, а потому Диану и Гарри оставили в центре спасения на неделю. За это время они получили прививки, микрочипы и любовь персонала, который был буквально очарован этими собачками.